Псалом 80. Начальнику хора на гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыни наши, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью. Трубите в новомесячье, трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.